Сухость носу, сухой насморк. Опасный признак, когда легко можно подхватить вирус. В этом видео я покажу вам 4 упражнения защиты. Симптом, или скорее даже синдром сухого носа, сухого насморка является одним из самых неприятных и самых невротизируемых состояний психики человека при различных видах COVID-19, различных видов его штаммов, его старших, младших, двоюродных и, одним словом, его родственников. Со времен знаменитой школы Желтой реки под руководством господина Конфуция известно, что такое состояние, как синдром или симптом сухого носа при простудных заболеваниях в эпоху гнилых так называемых ветров, а именно так в свое время обозначались периоды прихода тех состояний, которые мы сегодня, современники, оцениваем как эпидемические состояния по вирусной активности, всегда связывались с тем, что наблюдалось два состояния. При синдроме сухого носа это всегда был избыток тепла, избыток огня в желудке, избыток тепла, избыток огня в печени, избыток тепла, избыток огня в желчном пузыре, которые вкупе создавали застойное явление в области толстого кишечника. И сегодняшняя практика, уважаемые коллеги, как раз-таки очень здорово, к сожалению, подтверждает это правило. Чем суше нос, тем чаще запор при простудных заболеваниях. Поэтому одной из практик избавления от этого синдрома, а я подчеркиваю, что именно это синдром, потому что он тянет за собой воспаление голосовых связок, он тянет за собой трахеит, он тянет за собой фарингит, он тянет за собой воспаление ушей, он тянет за собой заболевание зубов, он тянет за собой заболевание глазодвигательных нервов. То есть на самом деле, на первый взгляд, обычный простой симптом, когда хочется поковырять носу, хочется, извините, высморкаться, а высмаркиваться нечем, то тянет за собой, как я уже повторяю, большое количество вот последующих проявлений. С чем это связано? Это связано с банальным недостатком лизоцима, с банальным недостатком выработки так называемых слизистых соединений, которые питают нашу слизистую оболочку носа, которые питают слизистую оболочку наших ушей, которые питают слизистую оболочку рота и носа глотки. Зачем это нам нужно? Для того, чтобы задерживать попадание экзогенных факторов, которые нам мешают дышать, которые нам мешают жевать, которые нам мешают глотать и так далее, и так далее. То есть это наша первичная защита. На микроуровне, конечно, это защита в лице лизоцима, которая купирует попадание вирусов. И в этом плане хочу вам сказать о том, что все сегодняшние достижения со стороны большой фармакологии, конечно, они сами по себе не решают эти проблемы. Не решают эти проблемы, потому что мы каждый раз откатываемся на позиции того, что было предложено условно в каменном веке, смазывать уши маслом, смазывать нос маслом, полоскать рот маслом и так далее, и так далее, и так далее, абсолютно при этом забывая о том, что все эти реалии, которые связаны с формированием синдрома комплекса сухого носа или сухого насморка, напрочь связаны с теми самыми органами, о которых мы с вами только что поговорили. Это состояние желудка, это состояние печени, это состояние желчного пузыря, это состояние кишечника. И в этом смысле я хочу подчеркнуть, что нету большой золотой таблетки, нету универсальности в этой части. А есть система понимания того, что каждый сезон формирует новые условия поведения моторики наших выделительных функций. Каждый сезон формирует те или иные состояния со стороны желудочно-кишечного тракта, которые напрямую связаны с чем? Напрямую связаны с поведением наших ферментов. А наши ферменты напрямую связаны с тем, как ведут себя системы, которые формируют качество очистки нашего организма. То есть у нас замыкается в этом плане система. Чем у нас грязнее носоглотка, тем у нас слабее печень.
Чем у нас слабее печень, тем у нас грязнее носоглотка. Извините, как бы это неприятно для ваших ушей не звучало. И в этом смысле я хочу еще раз подчеркнуть, что наши подробности, подробное объяснение, ваш адрес, Татьяна Владимировна Картавенко, связано как раз таки с тем, что очень немногие, к сожалению, даже врачи понимают вот эти системы соединения. А когда вы нас пинаете с той стороны ногами, нашими якобы псевдоакадемичностью, псевдонаучностью, ну что нам остается делать? Что нам остается делать? Подскажите нам, может быть, на самом деле нам нужно прекращать вот эту просветительную деятельность и просто вам показывать, заложила у вас слева, нажмите справа, заложила у вас слева, нажмите у вас слева. Или и так далее, так далее, так далее. Но, господа, ну, конечно, в итоге, понимаете, давайте определяться, как я уже вам рассказывал анекдот. Или это хорошо, то, что мы вам это рассказываем, объясняем, или это плохо. Ну, я не буду об обидном, я не буду говорить о том, что нас... Насколько это раздражает, насколько нам это мешает. И по большому счету, не мужское это дело, но я хочу вам сказать, что все-таки нас эта статья Навального в какой-то мере обижает. Просто по-человечески обижает. Когда мы открываем вам свои сердца, а туда получаем, извините, от некоторых из вас, просто плевки. Просто плевки. Но я сейчас не об этом. Я сейчас о том, как мы можем помочь разобраться с синдромом сухого носа, как мы можем разобраться с синдромом сухого насморка. Почему? Потому что это очень важно даже и в продолжении. Знаете, какой темы? А продолжение очень важной темы, потому что если мы с вами не справляемся с синдромом, симптомом сухого носа, сухого насморка, мы стоим на пороге развития бронхиальной астмы. Мы с вами стоим на пороге развития бронхоэктатической болезни. Мы с вами стоим на пороге развития или появления эмфиземы легких. И для этого не обязательно нам переживать рецидивирующие хронические бронхиты, бронхолититы, бронхопневмонии, плевриты и так далее, так далее, так далее. Достаточно. Вот просто нарисуйте себе картину. Достаточно вам в течение 3-4 часов побыть с сухим носом, с сухим ртом, с сухой носоглоткой. И вы посмотрите, как у вас на самом деле начнет скрипеть все. Начиная от ушей и заканчивая, простите, мышцами на голове. Потому что если у нас не смазывается носоглотка, у нас не смазываются отделы, которые шейный отдел, который позволяет нам вот таким вот образом мобилизировать себя в том или ином направлении, прислушиваться к одному или ко второму источнику информации, улучшать наше зрение, обострять наше зрение, становиться снайперами и так далее, и так далее, в лучшем смысле этого слова. А по большому счету это отражается на чем? Если мы плохо видим, мы плохо слышим, мы плохо чувствуем, как говорил автор известный, названный своим именем болезни, Джеймс Оливер Альцгеймер, чем мы хуже слышим, хуже видим и хуже чувствуем, тем мы ближе становимся к смерти. Потому что сама природа выбирает, вытаскивает нас из обоймы жизни. Поэтому несколько упражнений, которые вам помогут замечательно, на наш взгляд, Татьяна Владимировна, справиться с этим состоянием. Итак, состояние сухого носа, состояние сухого насморка. Три точки, которые находятся в буквальном смысле на носу. Первая точка, на которую мы с вами воздействуем, это знаменитая точка Суляо или точка ветра. Вот она находится в самом центре кончика носа. У каждого из вас свой нос, извините за тавтологию, свой индивидуальный нос. Каждый у себя может найти вот это место, кончик своего носа. Вот он. Поставьте сюда или свой указательный палец, или какой-то другой предмет, который не травмирует кожную поверхность носа. И в течение 45-50 секунд воздействие на хрящевой конус, а здесь вот под пальцем, под кожей, вы сразу услышите хрящевой конус. В течение 45-50 секунд мы воздействуем на это место. Вот, что мы с вами делаем? Мы с вами приглашаем улучшить систему кровоснабжения и слизеобразования, всю лимфатическую систему, которая у нас застоялась за ушами, перед ушами, в области щитовидной железы и под ключицами.
и под ключицами. Повоздействовали сюда, почувствовали приток слизи, почувствовали приток жидкости, почувствовали приток соплей. У некоторых из вас сразу могут даже побежать струйки из носа. Не надо этого стесняться, только самое главное, не надо делать так. Не глотайте. Дальше больше. Два указательных пальца вот в эти места. Вот эти места. Зоны перехода крыльев носа непосредственно на кожу лица. Раз. Вторая точка 2. Поставили сюда два свои пальца. И вот так в течение 1,5-2 минут упражняемся с этими точками. Что мы с вами делаем? Послушайте, как уже начинает слизь появляться оттуда, из-за решетчатой кости. Как гайморовые пазухи начинают наполняться. Слышите? Это почти жидкости, которые стали выделяться вот отсюда. А что послужило им? Что послужило поводом для появления избытка жидкости в этом смысле? Правильно, поведение желчного пузыря. Поведение желчного пузыря. Желчь открыла створ сфинктера Оди, пошла вовнутрь 12-перстной кишки, улучшилось количество ферментной активности, слизь луковицы 12-перстной кишки набрала новую силу, все это пошло вверх, как раз таки через слизистую желудка, я подчеркиваю, через слизистую трахею и через слизистую бронхов, улучшилось слизи образование в области решетчатой кости и гайморовых пазов. Дальше что у нас получается? Получается, что мы с вами отодвинули себя от когнитивности. Мы с вами отодвинули себя от когнитивных нарушений. Почему? Потому что мы с вами стабилизировали давление в области височных пазух. Как только у нас стабилизировалось давление в области височных пазух, у нас фронтальная часть или лобная часть мозга тоже пустила свои соки, в лучшем смысле этого слова. Пустились соки, косточки у нас стали влажненькими. Косточки у нас стали влажненькими. То есть у нас, что мы с вами остановили? Мы с вами остановили потерю так называемого костно-лицевого кальция. Вот этого пресловутая, локальная, адресная или региональная саркопения прекратила свое существование. Мы с вами омолодились. На некоторое время. Легко можно посчитать, на какое время. Но это, как говорят в Одессе, другая история. Дальше больше. Улучшение костного снабжения слизью привело к тому, что у нас простабилизировалось внутриглазное давление. Простабилизировалось внутриглазное давление, у нас улучшилось состояние жидкостного наполнения желудочного мозга. Желудочки мозга наполнились свежей артериальной кровью, обмыли стенки. Улучшилось качество венозного обмена, и у нас снялись затылочные проявления. А затылочные проявления – это напряжение вот в области вот этих мышц. Вот эти створы, так называемые, которые в этом месте вот так вот расширяются. А здесь, вы помните, находятся знаменитые точки воздействия на зрение. Вот они, зоны скальпа. Мы с вами омолодили зоны скальпа, улучшили состоятельность шейного отдела позвоночника. Мы с вами сняли невротическое состояние недостатка сухости. Вы никогда не были в пустыне? Вы никогда не испытывали жажду в пустыне? А ваш покорный слуга испытывал это несколько состояний. На мой взгляд, страшнее невротизма, жажды нету ничего. Но это мое наблюдение, это мои замечания. Невротизм снялся. Снялся невротизм для того, чтобы усилить состояние влагонакопления и влагостабилизации, конечно, мы с вами переходим на точки, которые отдаленно находятся у нас от лицевой части нашей головы. Что это у нас такое? Это знаменитые точки наши авторские, точки доктор Желч. Мы снимаем спастическое состояние. Если мы левша слева, если вы правша справа, потом меняемся местами. Дальше мы с вами усиливаем это воздействие, братством колец на уровне носа глотки. То есть вот таким вот образом формируем наши большие пальцы и указательные пальцы, соединяем их между собой, выводим на горизонт рта на расстоянии 10-12-15 сантиметров, глубоко вдыхаем. Резко выдыхаем и, не дыша в течение 5 секунд, пытаемся разорвать братство колец.
Обязательно восстанавливайте дыхание и послушайте те, как происходит кровоснабжение, как повышается кровенаполнение затылка, как происходит, повышается качество кровоснабжения верхнего плечевого пояса, как наполняются, наливаются в буквальном смысле новой силой, новой энергией ваши плечевые суставы. Это очень важно с той точки зрения, что мы с вами включаем сегментарные соединение шейного отдела позвоночника и воротниковой зоны грудного отдела позвоночника. Как раз таки тех самых сегментов, которые у нас напрямую выходят на каналы желудка, на каналы печени, на каналы желчного пузыря. Ну, что еще хочется сказать в связи с этим? Регистрируйтесь, уважаемые коллеги, и приходите на наш воскресный авторский вебинар, на котором мы подробнейшим образом останавливаемся на различных видах осложнений вирусной патологии и собственными руками помогаем себе избавиться от них. Милость просим.